Всем привет! Ой, машина, я прямо обкакался от этого счастья. Как тебя зовут, мадам? Как меня зовут? Меня зовут Люцифер. Как? Как? Еще раз. Ну скажи. Да не скажу. Скажи. Нет. Аня ее зовут. Что за навозом воняет каким-то, девочки? Короче, мы идем под мост. Аня идет под мост. Ты идешь со мной? Короче, мы идем вон под тот мост. Точнее, на тот мост. Я хочу вам его показать. А вот это новый мост, девочки. Девочки, мы сейчас находимся в республике Адыгея. Девочки, на мост, девочки. А вот эта девочка тоже идет на мост, девочки. Только ее отсюда не видно, девочки. Угораздило меня с тобой. Вот смотрите, какой мостик, девочки. Старый мостик, как я, девочки. Ну как, я хочу мост снять, а что гадину вот эту снимать? Под мост. Под мост? Под мост, девочки. Под мост? Под мост. Под мост? Под мост. Точно? Да. Я не слышу. Да. Дай. Да. А? А? Под мост, девочки. 300. У тракториста. Что? Ребят, смотрите, какой мост вообще. Только, правда, ограждений нету. Но мост, видимо, реально старый. И, видимо, был под ремонтом. Да, ребят, как-то так. О! О! Тут что-то капало. А! Ла! Ты что разбийник делаешь? А? Ты что разбийник делаешь? А! Кто? А! Где? А! 9000 рублей, ты понимаешь, просто. Ящерица. Так, тихо-тихо, писюля, тихо. Давай ты сейчас не будешь рыпаться. Она туда зашла. Ой, смотри, здесь кто-то был. Ютуберы какие-то, наверное. По два подписчика. Чипс-динг. Вообще, роман. Букав. Кто сфоткается с этой надписью, там 500 рублей на киви. Рома Быков. 906 лет. Ой. Мосту сколько? Больше 100 лет. Господи, а выглядит, это мы 300. Да, кстати. Речка просто бомба. А вдруг тебя мальчики воды смотрят? Много. Конечно, меня мальчики одни смотрят. Короче, уважаемые разбийники, мы походили. Походили. Покидали камни. И что-то как-то не зашло. Ну, мне, по крайней мере, точно. А ей? А ей? А тебе? А мне? И, короче, мы такие шли. Сегодня я вижу такую красивую надпись. Гостевой дом «Сказка». Точно. 8-929-862-86-41. Звоните. Ангел, а, там феечки какие-то, Винкс. Ой, какая красота, боже. Тебе вообще совсем не О, махнул. Понятно. Ее контент, девочки. Корова. Она меня не съест? Нет, не съест. Привет. Ой, там еще одна. Ё-моё, не смотри, не надо. А давай её покормим. Ой, там еще одна. Так, мы просто мимо идем. Хорошо, девочка моя? На. Сейчас как мне полруки. Да. Пеннивайз. На, Писюш. Ты не будешь травку? Ебать. Она идет, мама. Ларис, привет, как ты? Как ты, моя Писюшка? Хорошо все? Я боюсь, она на меня так смотрит. Она не болеет? Мне ее жалко. Блин, вы посмотрите, в каких она условиях. Не, ну тут как бы лучше. Лисик ко мне. Ребят, смотрите, какие горы просто. И я в центре внимания, я звезда, я Зухра, я богиня, я секс просто, девочки. Бла-бла-бла-бла. Что значит бла-бла-бла? Бла-бла-бла. Что значит бла-бла-бла? Бла-бла-бла. Нельзя говорить бла-бла-бла-бла. Можно. Нельзя. Можно. Нельзя. Можно.
Нельзя. Можно. Нельзя. Можно. Нельзя. Можно. Нельзя. 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 Давайте в кустики. Я вас сейчас опущу в кустики. Там дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Фу, да у меня муха сидит. Пошла. Привет, ребят. Спрашивается, почему я на себя сейчас свечу и в темноте, блядь? Ха. Хотите, покажу, почему? Ну, как-то так. Но вот это меня просто убивает. Я не знаю, я в шоке. Света нет, воды нет. Холодно. Вроде номер пиздатый такой, блядь, а просто. Вчера все было. Вчера и то, еле вода чуть теплая была. Прикол в том, что если я раздвину вот эти шторы, то там большие окна. И меня будет здесь видно, как на ладони. Там ходят люди. И нахера мне это надо, спрашивается. И вы мне такие сейчас скажете, умывайся холодной водой. Но прикол в том, что холодной воды нет. Смотрите. Вот. Все. Сука. Это как? А, все, закончилось. А, не-не-не, есть. Ну, как-то так. Всем привет, сегодня у нас второй день нашего божественного влога. Опять со мной Анна Леопольдовна. Леопольдовна? Да. И, короче, мы сейчас на горе, и мы ждем наш поход в пещеру. Шучу, в пещеру, в настоящую пещеру. И вот, короче, мы сейчас на высоте какой-то, около 2000 метров, наверное, может быть, на горе. Представляете, девочки? Да ладно, шучу, вы не девочки. Все, я больше к вам так обращаться не буду. Понятно, девочки? Вот мы сейчас идем. Слышь, мы, по-моему, не туда пошли. Я опять не туда из-за тебя пошел. А куда? А вон туда нам надо идти. Мы идем туда куда-то. Да. Вау. Ребят, смотрите. Мадемуазель Элили. Фигня. Да. Это фонарик такой? Это камера. Это же камера. Да. Клево. Готовленный. Ага. Это для влогов камера, да? Для Ютуба. Ты блогер? Чуть-чуть. Какой шикарный запах. О, да, запах. Ну ты токсикоманка, наркоманка. Да, ты думал. О, боги. А как вам вообще-то все строили? О боже. А мы потом выйдем, будет холодно. Как страшно, блядь. Ребята, это пиздец. На нас так смотрят. Ребята, это пиздец. Ебать. Охуеть. Убери свой ебаный телефон. Ебать. Ебать, как страшно. Ебать. Слушай, ну это стоит того. Не смотри вниз. Пизде, мама. Охуеть, как страшно, пиздец. Ты прикинь? Заткнись, пожалуйста, заткнись. Заткнись, умоляю. Заткнись. Ничего не говори, пожалуйста. Еба! Сука, почему она трясется? На, это стрёмно! Почему так страшно? Это ужасно. Тебе не страшно, нет? Не страшно. А походу я один секунд такой. Не один, я тоже секунд. Девочки, вам страшно? Сука! Я боюсь.
Ебать! Что происходит, блядь? Она трясла. Ааа, как страшно! У нас просто скакала. Она просто вот так вот сделала. Цик-цок. Не, ну тут она, видишь, уровень один и тот же, то есть она... Ебать, как страшно. Ну, было бы прикольно, если бы она еще, знаешь, как это в горах поднимает ее прям очень высоко. Я не думал, я думал, тут просто эти... Ой, пизда. А теперь ты вниз глянь. Мне просто меня. Ребят, это очень страшно, это прям нереально. Смотрите, какой маленький мальчик, ему походу пофигу. Блять, как стрёмно. А, сейчас она опять дернется. Привет, девочки. Доброе утро, девочки. Они просто угорали. Ты что там пиздила, я не понял. Ну слушай, ну почти уже, они просто таким умным видом едут, потому что они уже туда съездили, понимаешь? Потому что если сверху, он так неудобно. Ебануться. Ну что, поехали? Ну там даже защиты нету от вылета троса. Ты понимаешь, если трос вылетит хоть с одной штуки, то пизда. Молчи. Будет. Просто молчи. Я молчу. Просто молчу. Она точно едет? Как страшно! Нет! Нет! Мы уже 10 минут, она, наверное, где-то поднимается. Господи, господи, прости меня за все, умоляю. Господи, пожалуйста, поедь, умоляю, господи. Фух. Может, там кто-то не сел нормально, из-за этого остановили? Может быть. Или кто-то начал падать. Блядь, я уже с жизнью попрощался! Пизда! Слушай, давай пешком пойдем вниз. Просто я реально, я подумал, что сейчас что-то случится. Вот реально, мне прям... Я просто замолчала, ты понимаешь, я даже говорить не могла. Лошади ей покататься. Смотря как... Неадекватная, лошади. Ненормальная. Уйди от меня. Всем привет. Новая хибара. Девочки, это просто великолепно, девочки. Сколько же тут надписи. Боже мой, здрасте. Ладно, я пошла отсюда. Лёсовица. Тётя моя сладенькая, давай. Давай. Девочки, не представляете, нашел улиткину слюнку, девочки. Вообще в шоке, девочки. Девочки, улитка. Улиткина слюнка, девочки. Девочки, отпад, можно лицо мазать, девочки. Смотрите, девочки. Вообще, девочки. Девочки, я в шоке. Гляньте, девочки, какая. Девочки. Девочки, улиткина слюнка, мажем на лицо, и вы будете всегда молоденькой пиздюшкой. Всем привет, ребят. Я нашел бабу Капу из Лунтика. Сейчас покажу вам ее. Да чё ты? Ань, Ань. Ой, девочки. Это по лицу тебе? Девочки, купила себе шарфик. Девочки, купила себе шарфик.
купила себе шарф.